гостях у собаки. Однажды ежику приснилось, что они с медвежонком попали в Китай. И китайский ежик с китайским медвежонком пригласили их в гости к китайской собаке. Дом у китайской собаки был просторный, светлый, и топчан, то есть кровать, на которой спала китайская собака, можно было топить, как печку. «У нас на печах тоже спят», — сказал ежик. «Нео, нео», — сказала китайская собака. «Я знаю русский печь, он высокий, он большой, а у меня постелька». Китайский ежик с медвежонком кивали, а китайская мышка выскочила из угла и несколько раз низко поклонилась. «Очень хорошая кровать», — сказал медвежонок. «Я себе построю такую же». Потом пошли осматривать сад. «Это огорода», — сказал китайский ежик. «Здесь огурец, тыква, кабачка, а там, — он показал лапой, — фрукта». «Сад по-нашему», — кивнул медвежонок. «А что растет?» «Слива есть, персик есть, много есть. А яблоки?» — спросил ежик. «Яблока нет, яблоко там». И китайская собака показала на китайского медвежонка. «Много есть», — закивал китайский медвежонок. «А пчелы?» — спросил наш медведь. «Пчела, мед, ха-ха-ха, как-зё, как-зё». «Что бы еще у них спросить?» — думал во сне ежик. Бабка читала ему в детстве про Китай, но это было давно, и он все позабыл. «А как с волками?» — тем временем спрашивал медвежонок. Волка есть», — кивала китайская собака. И китайская мышка снова появилась с поклоном. «А что?» – спросил ежик. «Мышки у вас всегда кланяются?» «Всегда-всегда-всегда-всегда», – закивал китайский ежик. «А если ты встретился с лисой?» «Улыбаюся-улыбаюся». «А кланяться надо?» «Как-зе-как-зе», – сказал китайский ежик. Китайский медвежонок с китайским ежиком и собакой все время улыбались и кланялись. И когда все, стоя на коленках за низеньким столиком, попили чаю, ежик с медвежонком уже тоже не переставая улыбались и кланялись. «Большое спасибо!» – улыбнулся, кланяясь ежик. «Спасибо большое!» – пятясь с поклоном к двери улыбался медвежонок. «Не за что! Не за что!» – провожая ежика с медвежонком до дверей, улыбались и кланялись китайский ежик с китайским медвежонком. И китайская собака с мышкой в углу сияли улыбкой. «Ну что?» – спросил медвежонок, когда они рядом ехали на верблюдах по китайской пустыне. «Как тебе Китай?» «Осень хорошо, осень хорошо», – заулыбался ежик и, улыбаясь, кланялся, пока не проснулся.